Ну и как вам? Удобненько? Это я понимаю. Даже специально не брала, да вы все отдыхаете. Я просто это могу сделать так, чтобы это. Не, я буду закрывать себе, что Вика почти не проснулся. Жертва лягушки. Лягушку обалили кипятком, принеся в жертву богу чая, чтобы пропить нормально чай. Это у нас по всем правилам церемонии или почти по всем? Не хватает жертвы вносить. Чего не хватает? Ползти на коленях. Нет, если... Да нет, стол, в принципе, это не обязательно. Он просто, ну, удобно. Так, в принципе, мне кажется, церемония... чай, чайник, фиалки есть.
сейчас будешь шум пульс. Тикала, 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 маму Ремина. Ми в розвідку комуністу, пацифісту, італьяну, наблюданту Пирискову, шестой флот американо. Друг какой-то гад фашисту положив на лодку міну от скоті. Тикала, 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 на море, тикала, 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 на море, тикала, 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 на море, мино. Не пойдем на дискотеку мы с тобой, амуре мио, и не будем пить чинзано, говорить на итальяно, потому что в нашей лодке скоро грянет динамито, паразито. Тикала, 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 на море, тикала, 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 на море, тикала, 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 на море, мино. Первую брачную ночь. Кинь ее на кровать, покажи, какая Грузия сильная. Отец подходит, а потом разденься, покажи, какая Грузия красивая. Дед подходит, а потом отвернись к стене и ляжь спать, покажи, какая Грузия неприступная. Утро 6:30. Выход 8. Доброе утро! Доброе. Доброе утро! Пускай мы или будем прям вниз. Пещера Козья. Ящик, подожди, подожди, он такой. Да, все время падали козы. Наверное. Поэтому... Пещера Козья. Это сталактит. Сталагнат. Я чуть сталактит не влезу. Ну какая красота. Тут прям какие-то волны. А что бывает в таких глубоких пещерах? Строки. Кто? Строки. Не надо, моря мы не увидим сегодня. Зато увидим облака. Но обычно к 12 часам этот туман рассеивается. Так что мы попали как раз в момент рассеивания. Слушай, как другое. Как... Вершина горы Бьюк-Исар. Вот наши озера, где мы остановились. Мы с Никитом приехали.
Пишем мы на туристах. Пока мы тут гуляем наверху. Вот он весь южный берег. От Семиза. Коцевели. Еще что-то. И аж до Сарыча тут все видно. Не жалей кадры.